Дорогие друзья, мы хотим рассказать вам о крутом питерском художнике Тимур как... Гасумов. Как? Гасумов. Тимур Гасумов. Вот. Мы находимся с вами в галерее... Как галерея называется? Галерея Алексея Головина. Да, галерея Алексея Головина. И мы сейчас вот видим некоторые его работы. Вот. Многие связаны с авиацией, так как он учился авиационным... Я в прошлом летчик. Да ты что ты? Да, обалдеть. В моих работах виден след всего этого. Там вот облака вообще классные. Небо, самолеты. Погромче. Небо, самолеты, история такая. Эти коллажи, это уже Лёшины, да? Вот эти, да. Это не мои работы. Мои работы вот. Ну, здесь не все мои работы. Многие в частных коллекциях находятся уже. Послушай-ка, ну, сегодня было открытие выставки на первом этаже. Участвовали, нет там? Я участия не принимал. Я подавал заявку, но у меня чуть-чуть не в формате выставки просто. У тебя свой прекрасный формат. Ну да, нет, у меня просто под формат выставки нет подходящих работ. Все будет хорошо. Да, Вот эту работу конкретно презентовал, но они решили, что она будет. Ничего страшного. Очень напрасно. Самолеты очень, кстати, вдохновляют. Чем же еще вдохновляться, если не небом, правильно? Ну да, но это вот как раз история про самолет, который брошен, но он, в принципе, еще имеет шанс на жизнь. А это машина, которая машина, уже мало имеет шансов. Это дед. Эта работа называется «Победа моего деда». То есть у многих из наших дедов были такие машины «Победа». Извините. И у многих наших дедов была их «Победа». То есть «Победа» фашистской Германии. Это такая двойная история. И что эти машины, что победу наших дедов стали забывать со временем, в 45-м году, которая была победа. Вот они постепенно порастают травой, входят в туман, времени. Очень сложно. Да, очень символичная работа. Да, ну вот, она поэтому называется «Победа моего деда». Замечательно, да, спасибо большое. Ну, тут есть определенные концепции, смысл. Вот, это этом, серия была такая написана. В этом отношении ты счастливо, большой, да, молодец. Мы полетели. Вот. Ну, что-нибудь еще хочешь сказать нашим зрителям, поприветствовать публику, хочу, канал? Да, поприветствовать всех, сказать, занимайтесь искусством. Да. Искусство — это главное, тем более в наше время. Рисуйте, творите. Рисуйте, творите, ничего не бойтесь, показывайте себя всем. Да. И вы станете известным. Благодарим моего тезку Тимура. Да, спасибо вам большое. Спасибо. Оставайтесь с нами. Высказаться, спасибо.